Так, сегодня мы будем садить розу. Да-да, не удивляйтесь, комнатную розу. Хоть она и не комнатная, но мы ее посадим в горшки. Так. Вот она, наша роза, соответственно. Она у нас будет фиолетовой. Так. Так, ну вот мы теперь смотрим инструкцию. Разряжается пакетик. Значит, насыпается земли. Сейчас я еще насыплю земли покрою. Давай, мешочек, не сдавайся. Ведь. А что можно это использовать для всех? Для всей вида посадки. Так. Разрываем пакетик. Этот грунт подходит для всего вида посадки. Для всего-всего-всего. И сколько хочется можно его на розе. Так, рассказываем. Разрезаем пакетик, а врываем землю. Мама, а сколько надо врыть, в принципе? Сколько надо врыть розу, в принципе? Ее надо попробовать. Вот по самому вот этот вот, по принесели. А тут попробуй принеси розу ей это. Нашу гулерею цветов. И мы узнаем, что надо. Трать? Вот я нашел такую ямищу. Потом разрезать пакет. Еще вот так сыпать земли. Сегодня у меня чебуречки. Вот они вот такие вот. Там вот у нас еще одна партия выпекается. Вот там еще три чебуречка. А сейчас начнется проба чебуречка. Но, как всегда, у нас тут свечка.
Трали-вали. Всем спокойной ночи. Надеюсь, у нас ничего сегодня ночью не прилетит. Осколок, Ленинский район. Микрорайон Звездный. Вот такой вот упал. Американская. Да.